Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лор Лемур, и добро пожаловать на летсплей игры Other Rift. Ну что ж, мы продолжаем наше выживание, и как в прошлый раз, мы, в принципе, активировали ядро Спиритуса, то есть мы его починили, скрафтили и доставили, то есть в определенное место, и как бы со Спиритусом мы, в принципе, покончили. Единственное, я вам хочу показать один момент, что у нас тут... наверху, я туда даже не буду сейчас залетать, я туда залетал и просто активировал там ту сторону консоли, которая отвечает за Спиритус. Такие вот дела. И, в принципе, собственно говоря, вот, собственно говоря, я его и активировал. Активированное ядро как-то выглядит вот таким вот образом. Я надеюсь, что я сделал все правильно. Остального я не знаю. То есть, вот, как мы видим, да, это вот справа это центральное ядро, одно из них зеленое, и оно активно. То есть, вот так вот выглядит активированное, как, то есть, фрагмент нашей, как бы, станции. Итак, следующий у нас на очереди Вокалис. Давайте разберемся с Вокалисом. Ой, ё-моё. Так, расхерачу свой скафандр. Так. И тут он будет проверять его ядро. Так, пускай продиагностирует. Так. Окей, то есть вот мы как типа взяли задание, и теперь мы отправимся на починку. Так. И, как правило, вот нам стала доступна эта дверь, она была раньше недоступна. Сейчас она стала доступна. И мы отправляемся в путешествие дальше, чтобы увидеть новые горизонты этой игры. Я надеюсь, что там будет что-то, что меня способно удивить. Иначе как-то все как-то иногда скучновато становится, если честно, в этой игре. Я даже не... как бы вообще-то позавчера должен был выйти выпуск Adrift. Но что-то как-то... Я играл, и что-то не очень как бы мне понравилось. Пришлось перезаписывать, короче, там много чего было на самом деле. Вот, и такие вот дела. Я буду иногда молчать. Так, могу ли я связаться с базой? Так, это все рабочее? Нет, это все не рабочее. Так муляж поставили, на самом деле. Это же игра. Так, вот он, Вокалис, следующий модуль, который нам надо, ядро в нем, точнее, надо починить. Так, что у нас тут? Штепан, здесь норм. Так, ну, мы можем вообще-то зайти и поисследовать, да, номера. Но, блин, это, мне что-то лениво это делать, я думаю, ничего интересного мы там не найдем. Тем более лица этих. Так. Космонавтов, их личная жизнь какая-то. Короче, ничего интересного. Так, там какая-то дискетка плавает. Вот это. Опа. Так. Резервный диск. Это интересно. Опа. Три из 25 собрано. Че, их так много, что ли? Ух ты ж. Так, нам надо скафандр починить. Я его уже как бы хорошенько побил. Я надеюсь, что впереди будет то, где мы можем починить наш скафандр. Я никогда не разбивал его до критического состояния, такого, чтобы прям все плохо было. Но я надеюсь, такого не случится. Так, какая-то система фильтрации здесь. Так. Здесь какой-то... ПК стоит. Что это за ПК? Давайте посмотрим. Так, ну-ка, давай, хватайся. Ага, отлично.
Такс. Vulcal is filled from coolant module. Offline. А, нам сюда нужно будет вернуться. Когда мы починим ядро. И вот мы отсюда как бы обратно вернемся. Так, и идем дальше. Идем дальше. О, мы какое-то устройство для прослушки еще возьмем. Так. О. Интерьерчик тут радует, за исключением разбитого стекла. Так, тут еще какой-то этот есть. Терминал. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка. Когда же я починю-то наконец-то свой скафандр? В смысле, я имею в виду полностью ускорители и все такое, чтобы не тратиться на кислород все время. Так, ну-ка. Еще один терминал. Вот это уже удивительно, что за терминал. А, опять эти записи. Error. Ошибка. Failure. Так, ну понятно, здесь ничего. Failure. А, такого нет. Так, и как мне отсюда выйти? А, вот как. Фух, вспомнил. Думал, опять зависну. Короче, здесь просто терминальчик, где ничего особенного нет. Что ж, идемте дальше. Тем более наша указка показывает нам теперь дорогу, и приблизительно мы знаем, куда надо идти. Я так понимаю, когда мы будем чинить определенный модуль, у нас будет чиниться определенная часть скафандра. Что хорошо. Так, что у нас тут? Что-то у меня какое-то странное предчувствие, что сейчас что-то будет. Да, конечно, будет. Я сфигачу еще больше свой скафандр. Так, ну ладно. Столько всего впереди. Так, интересное местечко. Вокалис. По-моему, здесь все прям очень жестко. И тут надо будет тоже что-то тройное чинить. Так. Vocalist communication arrays offline. Manual activation required for outgoing communications to mission control. Ну-ка. Блин. Все три. Communications array repair override enabled. Киртык. Manual array alignment required. Да, я теперь понял, про что эта игра. Эта игра про то, что почини это, почини то, принеси это, принеси то. Конечно, типа квесты. И я так понимаю, это первые... часть, то есть, ну, первое, что мы должны починить, наверное. Так, я пойду немножко кислородцу похаваю. Так. Ибо мы тут нагулялись, как бы, так, да. Ну-ка. Давай. Дополни. Классно. Теперь мы готовы к тому, чтобы увидеть, что там. В первом случае. Кстати, здесь я что-то видел, какую-то панель. Не, ее не надо нажимать. Вот, вот штука с ремонтным этим. По-моему, мы сможем починить либо скафандр. Warning. Hand 4 EVA suit critically damaged. Core oh. EVA systems operating at 51%. Hand 4 EVA emergency repair required. Вот, собственно говоря, почему здесь и появился такой ремонтный док. Сейчас мы отремонтируемся и полетим дальше. Дрейфовать будем. Как говорится. Все, остановилось. Не может не радовать. Hand for EVA repair sequence complete. Vital signs stable. О,
такая штука. Надо ее забрать. Так. Что ж. Все здесь посмотрели. Идем дальше. Пока здесь ничего такого интересного. Никогда не играл в такую игру, если честно. Ставь лайк, если тебе нравятся игры в подобном жанре. Ну, конечно, не только в подобном жанре, вообще в жанре космического выживания. Так. Крыло связи один. Что-то далеко, блин. Плавать пришлось. Что это у нас тут такое? Communications array detected. Так, что же это у нас тут такое? Ядро трогать не надо, я так понимаю. Надо его скорее облететь. Там есть еще один выход. Верно. Нам только сюда и надо. В принципе. Так. Эта станция, она очень большая. Реально большая. Очень большая МКС. Если по нему так надо путешествовать. Я надеюсь, я тут смогу починить уже в конце концов. Warning. Emergency escape vehicles offline. Core systems repair required for launch. Так, давайте кислородцу возьмем и разберемся, что тут делать дальше. Теперь. Так, стрелочка нам указывает обратно. Что же мне надо делать-то? Провести ручной ремонт чего здесь? Похоже, нам надо к ядру вернуться и его чинить. Потому что связь-то нарушена была там. В принципе, логично. А это какой-то тупичок. Опс, аккуратнее. Так. Так. Ну да. Скорее всего, где-то здесь. Нужно будет что-то сделать. Так вот, не могу понять, что. Здесь стоит значок лупы. Ну-ка. Оно что-то прямо здесь. Но я же отсюда пришел, похоже. Нет, раз. Ну да, я отсюда пришел. И увидел вот это. Ладно, попробуем с этим шаром что-то поделать. Сюда мы уже ходили, там ничего интересного. Ну давайте попробуем все-таки туда пойти, потому что... О, там наверху какая-то штука есть. Хотя нет, она... Я думаю, что все-таки надо туда
Все-таки надо туда. Что это такое? Что-то я, кажется, это пропустил. А, блин. Это окно. Видите ли. Покрашенное таким образом. Ладно. Может, нам наверх надо? Да, точно, наверх. Кажется. Упс, аккуратнее. Ай-яй. Ой-ой. Personal log. Astronaut. Lopez. Teresa. 12. December. 2036. EVA comm picked up another random sat transmission on the way back in from a bay door repair today. Pieces of the JFK moon speech. Stop me dead in my tracks. I studied that speech at Hardiman Academy. It was a major inspiration. It felt like Kennedy was speaking directly to me then. And even more so now. There is no strife, no prejudice. No national conflict in outer space as yet. Ура. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. This mission, Spiritus, Luna 2, is that opportunity for mankind. Again. Так. Ну, что-то мы понажимали тут. Так. Дальше нам надо вернуться вниз и кислороду глотнуть. Иначе как бы чуть не очень перспективное состояние у нее. Ибо я потерял время, пока разбирался совсем. Протупил вообще-то. Так. Ну-ка, давай-ка. Вот так-то лучше. Так, там наверху еще что-то было. Я хотел бы это разглядеть. Может быть, давайте даже отсюда выберемся. Посмотрим. Там какая-то штука есть. Какое-то голосовое сообщение. Давайте-ка полетим туда. Мы летим вообще, да, туда? Да, чтоб я знал, что... О, оно заработало! Так вот, как надо запускать все эти штучки. О, как. Вот это как. Так. Ну, сюда мы обязательно доберемся и посмотрим, что здесь есть. Потому что это очень интересно. Мне хочется знать, что в этой... Что в этом модуле... На обратный путь должно хватить. К кислороду. Что-то страшновато даже. Так, ну-ка. Осталось совсем мало. Acclaimed French space pioneer Sebastien Ollivier, one of six crew members aboard Hardiman Aerospace North Star 4, is missing and presumed dead. All contact with Ollivier and crew was lost 7 hours ago after an unknown event occurred aboard the station. Hardiman Aerospace has yet to identify the cause of the event or confirm that catastrophe protocol was initiated. The status of the crew remains unknown. For instant updates, ради этого я летел сюда. Смеетесь, да. Ладно. Тогда я полечу сюда. И как только долечу, мы продолжим нашу запись. Я не хочу, чтобы это все как-то... Ну, короче, весь этот полет, он медленный, он скучный. И поэтому я оставлю это за кадром. Итак, дорогие друзья, я уже вплотную подплываю к следующему терминалу, который нам надо будет починить.
По крайней мере, я сейчас знаю уже, что надо будет починить, и столько тупить не буду. Да, я все время забываю про паузу записи. Если бы я ее помнил, то я бы сокращал очень много моментов, в принципе, в самой записи. Ну что ж, будем в будущем это учитывать. Стараюсь это как можно больше учитывать. Так, ну что ж. Ну, окей. Следующая станция. Сейчас мы возьмем чью-то фоточку, чью-то фотографию. Вот тогда все еще сохранились фоточки от полароида. It's... Короче, какой-то член экипажа. Так. Оттуда мы пришли. Так, ну что ж, давайте наверх. Personal log, astronaut, Lopez, Teresa, 23, October, 2036. The comm dishes are so powerful. They attract and amplify random sat transmissions так, that вот interfere and broadcast over EVA comlink during spacewalks. One moment you are totally alone, detached from all humanity. Вот, запустил второе ядро. You are transported to a baseball game in China, or a Vietnam War protest in 1967, or a police surveillance drone over the islands of Los Angeles. Random moments of life, millions of them from all over Earth, floating endlessly in space, waiting to somehow be captured and heard. Так, теперь мы будем более традиционным способом добираться до третьего крыла, чтобы активировать его. Здесь все. О боже. Так. Manual communication. Manual communication. Да уж, здесь, кажется, все плохо. А нельзя было сюда лезть. Черт, как бы нам вылезти отсюда? Черт, черт, черт. Кажется, я сделал правильно в прошлый раз. Так, о, блин. Мне тут расфигачит. Где дверь? Черт, где была дверь? А, вот она. Фух, можно вот так передвигаться, хотя нет, шар, сам шар тоже пинает жестко. Так, ну-ка. Нет, 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 ставь меня. Черт, он еще и без кислородности умирает, ё-моё, подохнет. Да блин, гребаный шар. Да, это была дурацкая идея лезть сюда. Ну окей, окей, ничего. Все бывает. Надо все пробовать в первый раз на своей шкуре. Ну да, да, повторить. Я сказал по... Ох. Итак, я пропустил загрузку. Значит, теперь два ядра работают. Отлично, это безумно радует. Но я так понимаю, что... Обратно идти мне не хочется. То есть, и точнее, идти вот через этот шар, как бы, это самоубийство на самом деле. По этой самой причине я выбираю другой путь. Я выбираю вариант 50 на 50. А если точнее, то через открытый космос, вот сюда. Так, давайте сначала остановимся. Берем какую-то скорость, выберем направление и будем двигаться в этом направлении. Ибо это самоубийство, блин. Какое-то.
Вот там уже внизу что-то крутится. Так. Я, правда, не знаю, как я буду восстанавливать третье ядро. Тут расфигачено все. И будет ли это вообще иметь смысл? Ну, попробуем. Может быть, даже сразу имеет смысл плыть вот сюда. Да, давайте сразу поплывем и нажмем на кнопочку. А вдруг сработает, как говорится. Вдруг. Да, пропущу этот момент. Итак, мы на подлете. Personal log, astronaut, Lopez, Teresa, 31, October, 2036. As a kid, I would dress up as an astronaut every year for Halloween. We never had any money, so my costume was always whatever my mother could pull together, which was never quite enough. Так, ух ты. Несмотря на всю бредовость ситуации, данный модуль запустился. Что ж, давайте глотнем кислорода и плывем дальше. I still carry an old photo of me as an astronaut on each and every mission, as a reminder of how far I've come. This is all I've ever wanted. Я надеюсь, вы можете читать по субтитрам то, что говорит член экипажа в своем этом откровении, так сказать, своей жизни. Так, ох. Опс, отлично, черт. Шпёхнулись. Фух, вот куда нам надо. Хорошо, что я неупрямый человек, и мне не захотелось повторно в этот шар залезть и барахтаться в нем, дабы пройти и получить какую-то ачивку. Ужас. Надеюсь, за эту ачивку не дают. Так. Так. Об что я треснулся заново? О, опять, так за внешнюю эту штуку, да? Понятно. Она что ж тут крутится? По-моему, она сильно ее треснула. Чем сильнее повреждение скафандра, тем больше утечка кислорода, кстати говоря. Так. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, базука. Так, есть ли здесь что-нибудь интересное? Есть, но до этих бутылочек я не буду плыть. Все равно сейчас скоро буду внутри. О, терминал. Hand for Administra, Series 4, Version 2.3. Unable to establish outgoing communication connection with mission control. Так, здесь уже все нормально, здесь уже все не красненькое. Это уже может, не может не радовать. Конечно же, мне бы кислородцу глотнуть. Есть кислородцу? Да, есть. Все, три эти ядра восстановлены. Я надеюсь, меня пустят куда-нибудь вниз. Там есть дверца вниз. Так. Ну-ка. Ох, давай, отлично. Все, добрались до этого. Класс. Так. Теперь, по идее, нас должны пустить вниз. Наверное. Ну, после того, как я нажму тут на что-то. Какую-то кнопочку. Так.
Отлично, сейчас. Vocalist communication arrays online. Unable to establish outgoing communications to mission control. Отлично. Так. Теперь нам... Чё, мы еще раз можем туда зайти? Не, нам не это нужно. Нам нужно вот это вот. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Давайте мне почините эти трастеры нормальные. Джетпак почините, чтобы я не тратил кислород. При полетах. Это очень важно. О, так. О, боже мой, ну все, начинается какая-то безумие. Ненавижу, ненавижу такие вещи. Надо все рассчитывать теперь, да? Personal log, astronaut, Lopez, Teresa, 24, December, 2036. Christmas Eve. Looking down on Earth from space tonight is profound and awe-inspiring. Все, иду на пролом. Иду. Меня стукнет. Нет. Я потрачу тут кислорода, конечно. Ух. Успел, смог. Прицел, орел. Но это пока еще не все. Так, ну-ка. Так, давай, быстро. Деточка, твоя жизнь зависит от этого. Так. Здесь есть где кислородцы? Причмокнуть. Ох, так. Ух. Блин. Не нравится мне этот розоватый цвет. Вот, значит, только одно. Фу. Теперь надо будет как бы открыть нижнюю дверцу, а для этого, дайте угадаю, тут надо будет каждый компьютер потыкать. Или нет? Нет. Что тут надо делать? Что там написано? Ивангай? Вряд ли. Наверное, надо все-таки в середку и плыть. Этому лежи всего лишь. О, да. Ух. Как-то все само пошло. Неужели? Неужели она реально починит трастер сейчас? Да, такую же штуку я видел в Спиритусе. Activating vocalist system terminal. Mainframe online. Ура! Initializing hand 4 EVA diagnostic sequence. Двигатели починили. Добавили маневренность. EVA thrust repair detected. Initialized EVA thrust repair.